голодание, оно проводит чистку организма. Но тебе надо быть осторожным, потому что у тебя сейчас некоторый дефицит полезных веществ в организме, и длинные чистки он тебе не рекомендует. А вообще чистки и голодания, они хорошо влияют. Но больше нескольких дней пока бы тебе не рекомендовал начинать с таких коротких веществ. И после этой чистки нужно активно минерализовывать свой организм. Именно активно.